Здравствуйте, это видео снимается специально для конкурса «Поем в сети» от группы «Типичный талант». Я Гарник Баграмян из города Екатеринбурга, мне 16 лет. И сейчас я исполню для вас песню «Гореть» от группы «Люмен». Когда никто не слышит, о чем мы говорим. Мне кажется, что мы давно не живы, зажглись и потихоньку догорим. Когда нас много, начинается пожар, и города похожи на крематорий и базар, и все привыкли ничего не замечать, когда тебя не слышат, для чего кричать? Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать, но все равно горит огромный синий кит. Порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно горит. Слова и провода, и снова небо проливаются на нас, ответы и вода. И если ты вдруг начал что-то понимать и от прозрений захотелось заорать, давай кричи, но тебя могут не понять. Никто из них не хочет ничего менять. Мы можем помолчать, мы можем стоять или бежать, но все равно горит огромный синий кит. Порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно горит. Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать, но все равно горит. Гори, но не сжигай, иначе скучно жить. Гори, но не сжигай, гори, чтобы светить.